Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту свой дом для Майнкрафта по Division. Вот и вышло обновление моей карты, друзья, наверное, многие уже ждали, но как видим, мы появляемся на переднем дворике, то есть перед моим домиком. Как и обещал, я добавлю вот этот домик, дворик, друзья. Ну и как видите, здесь есть следы от шин, и есть маленькие столбцы, которые есть и в реальной жизни. Ну давайте, наверное, зайдем в наш домик. А, кстати, да, я добавил почтовый ящик, друзья, он у меня синего цвета. Да, поэтому давайте заходить. Здесь я добавил немного реалистичности, я добавил немножко трафики, друзья. Надеюсь, это не помешает. И трафика как-то более, можно сказать, сделает красивее вот этот домик, друзья. Хотя в реальной жизни это и так. Гараж я ничего не трогал, в нем осталось все так же, друзья. Но я не знаю почему, но под ним появилась почему-то вот такая обыкновенная трава. Ну ладно, на этом мы не будем обращать внимания, мы пойдем дальше, друзья. Так, что я еще хочу показать вам. Ну, здесь, по идее, обновлений у нас нет. Да, здесь у нас все пусто. Но я добавил здесь вот такую, друзья, строчку. И изменил немножко вид нашей бани. А и да, друзья, внутри бани я добавил свой чердак. То есть, и в реальной жизни у меня есть тоже чердак. Выглядит оно вот так, но если вы хотите включить свет, то нажимайте вот на этот рычаг, после чего у вас появится свет вот на этом чердаке, друзья. Я не знаю, зачем вы будете сюда залезать, но если вы будете играть в режиме выживания, вы сможете сюда положить ваши сундуки. Так. Вы издеваетесь? Эй. Вот поэтому я не люблю делать вот такие, друзья, выходы. Ну ладно, все, мы выбрались, выключаем наш светильник и закрываем нашу дверь. И отправляемся на задний двор. Ну что ж, здесь видите, что я маленько проделал задний двор, я добавил вот это дерево, добавил, друзья, песочницу, где вы можете поиграть или вспомнить детство, а также добавил такие разные, друзья, железки. Да, у меня бывает такое. Вот. Ну и обновил маленько будку. И сразу всем скажу, что все всякие животные будут в третьем обновлении этой карты, друзья. Я вам просто обещаю, что всякие такие мелочи, как животные, точно будут в третьей версии моей карты. Ну, я надеюсь, вы будете ждать. И давайте наберем 30 лайков в честь этого, друзья. И я также здесь добавил дымоход. Ну и по идее больше ничего. Все осталось прежним. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.